Друзья, всем привет! С вами рекламно-производственная компания «Банк Идей». Меня зовут Сергей. Сегодня мы поговорим с вами о таком способе печати, как шелкотрафаретная печать. Одна из самых лучших, потому что при данной печати краска проникает в текстуру нити. Видео захватывающее, интересное, особенно для тех, кто планирует стать великим дизайнером или, допустим, производственником одежды, либо у вас рекламное агентство, либо свой магазин. Абсолютно любому бизнесу, любой сфере подойдут вот эти вот знания, которые мы вам продемонстрируем. Итак, сегодня у нас будет история, связанная с сумками, шоперами. Экологически чистый продукт, натуральные материалы и красочка, соответственно. Для этого нам понадобится мельница, умелые ручки. И, кстати, да, для руководителей. Вы никогда не сможете стать руководителями, если не умеете сами что-либо делать. Поэтому изучайте, тренируйтесь и сами тоже иногда вставайте за станок. Правильно говорю? Да, голос за кадром говорит, да, правильно. У нас тут еще 17 человек, звукорежиссеры, операторы и так далее. Да, кстати, если интересно, ребята, по-братски, подписочка, лайк и так далее. Пишите комментарии, подскажем, расскажем. И, кстати, клиентам дарим подарок при любом заказе. Соответственно, вот такая вот сумка. И первый этап – это подготовка поверхности. Поверхность у нас подготовлена, просушена. Далее, соответственно, площадка. Берем сумку. Так, натягиваем сумочку аккуратно, проверяем поверхность. Поверхность должна быть чистая, никаких крошек, ниток и так далее, так далее. Натянули. Пускаем, соответственно, на себя. На себя. Двумя руками. Здесь вот можно увеличить кадр. Поднимаем. Следующий этап. Убираем нашу сумку с... Проверяем еще раз, что все у нас приклеилось красиво, четко. Так, и теперь устанавливаем печь. Ну, собственно, вот такой вот целый процесс по поводу красок, дополнительных порошков и так далее, и так далее. Это можете прочитать на нашем сайте, там есть четкое описание. Печатать можем как в один цвет, как и в два, и в три, и в четыре, и в пять, и в десять, сколько душе угодно. Также есть у нас другие виды печати, но об этом уже в следующих видео. Печатаем на футболках, на абсолютно фактически любом текстиле. Пишите, звоните и спасибо огромное за просмотр. Подписочка. Пока. Все.